не могу. Я на государственном задании. Раз на улице Советской в доме номер 8 появился барабашка где-то так под осень. Появился, поселился и за дело взялся. Холодильник развалился, пылесос взорвался. Барабашка, барабашка, это очень скверно. Барабашка, барабашка, хулиган, наверно. Барабашка, барабашка, экстремист, пожалуй. Барабашка, барабашка, уходи, не балуй. Барабашка, барабашка, уходи, не балуй. Но упорно барабашка разбивал тарелки, телевизор опрокинул, двигал этажерки, дергал клетку с попугаем просто так для фарса и порвал, зачем не знаем, домик Карла Маркса. Барабашка, барабашка, это очень скверно. Барабашка, барабашка, хулиган, наверно. Барабашка, барабашка, экстремист, пожалуй. Барабашка, барабашка, уходи, не балуй. Барабашка, барабашка прожил, все сломалось, что веками люди создавали, и зачем мы только за него голосовали. Барабашка, барабашка, это очень скверно. Барабашка, барабашка, хулиган, наверно. Барабашка, барабашка, кому экстремист, пожалуй. Барабашка, барабашка, поехали! Я сейчас! Только штаны заправлю!